Сейчас я провожу бурю по куске. Следующим этапом будет бурение отверстий для маяков. Маяки здесь будут не металлические, маяки будут с фенофиллером. Стены нужно штукатурить, потому что стены не идеальны. Ну вот маяки для оштукатуривания выставлены. Как я говорил раньше, маяки из фенофиллера. Как он выглядит вблизи. Как это делается? Саморезы, вернее, гибель гвозди. Каждый маяк 3 гибель гвоздя. Там вверху, посередине и внизу. Ставится правило, уровень, и путем заворачивания, отворачивания дюймовых гвоздей выставляется уровень. Затем на головке с дюймовых гвоздей ставится правило, ну, предварительно набрасывается фенофиллер, ставится правило, и таким образом формируется маяк. Вот два простенка уже заштукатурены таким же образом. Здесь с маяком послужил профиль. И здесь также. В чем преимущество этих маяков от металлических? Стены кривые. В том, что металлический маяк сам по себе уже дает слой 10 мм. И кроме этого, если их оставлять в стене, то они со временем начинают ржаветь. Их в идеале нужно после оштукатуривания металлические маяки удалять из стены. Нет, давай. Thank you.
Зачем? Верх придави. Что сделать? Верх придави. Ну. Прижми верх. Прижми к нему. А. Так. Еще. Все. Thank you.
И там проемы.